Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Muzzleofplay, мы с вами продолжаем проходить Far Cry Primal на максимальной сложности, на режиме окончательная смерть, то есть по большому счету это хардкор, если мы умираем, то весь прогресс теряется и придется перепроходить все сначала. Сейла хочет с нами о чем-то поговорить. Смарка Катакар, Сейла. Такар, охотник Винжи идти к истинным пещерам, искать еду для деревни. Его много солнц нет, ты искать пещеры, помогать ему. Задание добавлено в меню карты. Какой именно охотник? Кто он? Здесь у нас есть много с вами, на самом деле. Вот, охотница Джейма. Приведите охотницу Джейму в вашу деревню. Она научит вас, как улучшать... Подожди. Может, это не про нее, наверное, речь. Форт Большой Дарвы. Захватите это хорошо защищенный форт у дам и сразитесь с предводителем. То есть, возможно, там находится как раз... Что? Это такая большая карта, то есть... Нет, секунду. Вот я вижу очертания. Вот тут очертания идут, вот туда они идут. Тут ледяная карта. Какая же жесть. Слушайте, нет, карта действительно большая. Костер, захватите его. Это место отдыха. Давайте туда сходим, а потом сходим, наверное, за охотницей Джеймой. Здесь у нас мастер Вуга, воин Каруш, собирательница Сейла. Осмотрите пещеру костей в поисках пропавшего охотника Винжа. Вот, что она попросила сделать. Но все-таки я хотел бы сходить сюда, за Джеймой. Не знаю, симпатичная. Ладно, пойдемте. Итак, также вот я смотрю, что здесь у меня по карте есть неизвестная территория. Можно пройти вот так вот по берегу, заглянуть в неизвестную территорию, получить опыт. Здесь вот нужно быть аккуратным. И потом пойдем вот с вами к этому костру. Соответственно, если я встречу на пути еще одного волка серого, то обязательно его приручу, потому что помните, когда мы атаковали лагерь Винжа, там произошел какой-то глюк, и наш волк... разбился и умер. Также мне нужно найти диких собак. Это кто там идет? Это свои. Охотятся на оленя. Бог с ним, пускай охотится. Произошел какой-то глюк, и мой волк серенький погиб. Там, я не знаю, может быть, в него что-то из пращи стреляли, кидали в него что-то. Может быть, еще что-то там происходило. В общем, что-то было непонятное. И каким-то макаром он упал и разбился, да? Так, здесь у нас... Здесь у нас что с вами? Это... Они охотятся за ним или что? Вот это непонятно. Вообще какой-то такой классный с рогами. Я первый раз такой вижу. Винжи здесь что-то делают. Что это такое? Сова? Это мне типа подсказка, что здесь лучше с совой посмотреть, что происходит. Опа! Удамы! Вот это все-таки удамы пошли внизу, да? Девушка начала кричать: «Удам, удам!» Я сейчас сову разбил об скалу. Зараза. Хотел глянуть, что там впереди. Здесь как раз предложили с совой посмотреть. Вот там какая-то отметка. Удамы нас увидели и... Иди за мной, волчонок. Волчонок. Черт, это плохо. Он там застрял. В реку перейти не может. Здесь какая-то отметка непонятная. Ладно, будем аккуратны. Где удамы? Он куда-то... Он испугался и куда-то убежал. Волчонок, за мной! Есть, отлично, прогрузился. Непонятно, куда они делись. Я, если не ошибаюсь, нахожусь как раз с нужным мне местом. С неизвестным... Вот, она прямо перед нами. Вот нам нужно попасть куда-то туда, скорее всего. Пойдем, волчонок, пойдем. Здесь смотри, что-то происходит. Может, какой-то лагерь удамов? Камни потерянных. Местоположение обнаружено. Что? Что это такое? А, это змея. Это змея. Ой, ты господи, как же я ненавижу змей. Я уже об этом много раз говорил. Так, мы с ней что-нибудь собрать можем? Нет, мы с ней собрать не можем, ну да ладно. Не люблю, вот, ну не люблю, честное слово. Потому что они где-то там в траве скрываются, высокие. Особенно даже, ну, в реальной жизни. И ты мимо проходишь, она думает, что ты там, не знаю, покусился на ее территорию или еще что-то, и атакует тебя. Можно поджечь стрелу здесь. Здесь опять мне предлагают что-то с помощью совы сделать. Посмотреть. Ну давайте осмотримся по сторонам с помощью совы, посмотрим, что здесь у нас есть. Надеюсь, что это у нас больше не разобьется. Так. Здесь можно зацепиться. Я пока... У меня, правда, пока еще нету такого инструмента. Но я, честно говоря, не вижу ничего особо интересного. Ничего особо интересного я не вижу. Давайте вот сюда слетаем, посмотрим, что у нас здесь может быть. Вон, вижу.
Вон, вижу, там у дамы три человека. Я бы даже сказал, три урода. Так. Ну, собственно говоря, все. Здесь больше ничего нету. Единственное, что вот здесь вот где-то вот наверху что-то висело. Вот, да? Но я не думаю, что это можно сбить, эти вот котелки. Не знаю, ладно, не буду тратить стрелы просто так. Там красный цветок, нужно собрать его про запас. Есть. Для тех, кто недавно начал смотреть это прохождение, у нас подробное прохождение, потому что все-таки это хардкор. Монтажа как можно меньше будет в нем. Так, ладно, пойдемте попытаемся убить тех удамов. А что с тобой? Ты устал просто? Ну, на, поешь. Кушай. Почему у тебя так жизни мало? Покушай, покушай. Где-то они там были, да? Я их потерял. Давайте еще раз вызовем сову. Вот их лагерь, но самих удамов я не вижу. Непонятно. Куда-то они делись, ушли куда-то. Лагерь я их нашел, но самих удамов нет. Еще дерево. Все, я думаю, что больше мы сейчас собрать ольхи не сможем. Мешок почти полон ольха. Я понял. Волк со мной, это хорошо. Удамы, 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 где вы? Здесь их не было. Но здесь их долбанный лагерь. Точно их лагерь. Кто-то здесь что-то ел. Шкуры, 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 это неинтересно. Мы далеко с вами от костра находимся? Нет, костер прямо по курсу. Прямо по курсу костер. Здесь можно просто зажечь стрелу. Никаких шкур, ничего нету. Можно наверх забраться было. Вон у дамы, да? Понял. Так, они меня так не видят. Странно как-то, почему-то они прогрузились здесь. Может быть, это другая. Другая часть у дам. Тихо. Раз. Два. Мне дали совет в комментариях стрелять прямо точно в цель. Потому что... Иди атакуй его нафиг. Потому что это, ну, нестандартный немножко шутер, где нужно брать чуть выше цели, да, чтобы попасть. Нужно стрелять точно в цель. Но нет, здесь небольшое падение стрелы есть. Совсем небольшое падение стрелы есть. Оно наблюдается, но минимальное. Просто минимальное. В этом плане, конечно, физика Far Cry, во всем Far Cry физика немножко хромает. Ладно, сейчас сделаю еще стрелы и пойдем дальше. Думаю, что больше здесь удамов не будет. Хотя вот это здесь, это вот этот лагерь. Вот этот лагерь, который мы с вами зачищали, если не ошибаюсь. Как, почему здесь как раз опять живут удамы? Что они здесь опять забыли? Мы их же здесь всех перебили. Почему наши сюда не пришли, не заняли эту территорию? Вот это мне непонятно. Это что там такое? Это, блин, медведь, ребят. Это очень нехорошо. Давайте подожгем стрелу. Сейчас будем медведя убивать, по-любому. Он на меня согрелся. Поджигаем стрелу. Он побежал, кажется, да? Он испугался огня и убежал. Вон туда ломанул. Сквозь лес. Ломанул куда-то туда. Я слышу уже крики. Я слышу чьи-то крики. Здесь никого нету? Здесь никого нет. Что там происходит? Бабочка. Черт, чего случилось? А. Костер, найди на кострище. Появилась новая точка воскрешения. А, у меня просто стрела, этот звук, который... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, поджечь! Он убил нашего волка, падла... Что сейчас такое-то было? Поджигай! Что? Почему так стрела полетела по-дурацкому, а? Почему так по-дурацки стрела полетела? На, мясо ешь! На, ешь мясо, ешь-ешь-ешь-ешь! Где он? Где он? Где он? Где он? Я потому что на самом деле один с ним не справлюсь. Мне нужен волк. Он куда-то убежал, у меня стрела уже практически прогорела. Давайте сделаем еще пару стрел. Если не ошибаюсь, когда мы включаем инвентарь крафт, у нас с вами замедляется время. Вы видите его? Я нет. Куда он мог убежать? Где-то здесь, что ли, его пещера, я не понимаю. Где-то здесь, походу, его пещера или что-то типа того, потому что я слышу его звук. Как он рычит, ревет. А, вон он, все нашел. Я его нашел.
Попал точно в голову. Гори, гадина. Поджигаем еще одну стрелу. Вон. Нормально. У меня больше нету... Жира нету. Убил его. Убираем стрелу. Убираем и идем лечить волка. Главное сейчас не сгореть самому. Давай, кушай. Отлично. И отходим отсюда. Сейчас здесь все прогорит. И продолжим. Беги ко мне. Беги, малыш. Беги. Молодец. Мы с тобой сейчас медведя запороли. Прикинь. Фух. Нет, я без него бы не справился. Я без него бы точно не справился. Что у нас с вами по опыту? У нас с вами есть 2 очка опыта. И, кстати, вот он нам предлагал кошачьих. А, мы уже навык выучили. Я, честно говоря, об этом абсолютно забыл. Низкий старт. Скорость движения, пригнувшись, увеличена, чтобы пригнуться, нажмите С. Но 2 очка навыков это все-таки очень мало. Все хорошо, не переживай, сейчас прогорит и продолжим. Ну наконец-то здесь все прогорело, можно идти собирать ресурсы с медведя. Давай все с него снимем. Забрали обратно деревянную стрелу. 5 кусков мяса. 5 кусков животного жира, замечательно. Здесь какие-то останки животных. Что сорвать можно? Что это я сейчас собрал? Мне даже не написало. Тайник. В тайнике у нас пчелиный рой. Южный клен, пускай он здесь лежит, я его забирать не буду. Можно отдохнуть. Я так понимаю, что все у нас, эта точка разблокирована. Мы теперь можем... костер? Костер, место для отдыха, дополнительная точка воскрешения, доступ к тайнику, контрольная точка. Ну, воскрешаться мы не можем, потому что если мы с вами умрем, то это будет все окончательно. Но зато мы с вами можем пойти сейчас спокойно вперед. У меня, конечно, довольно-таки нету большого количества выносливости. Где-то половину выносливости я потерял, пока здесь бегал и сражался. Но я сейчас не хочу там ложиться спать. Пойдемте лучше чуть дальше разведаем территорию. А потом, если что, просто ляжем отдохнем. Здесь это арка. Это интересно. Обычно эти арки — это какие-то вот места. Это какие-то неизвестные места. Кострище каменной стражи. Захватите этот сигнальный костер. Сложность низкая. Где это кострище? Оно где-то внизу, да? Кострище каменной стражи. Тихо. Я вот там вижу ресурсы в мешке, а само кострище я не вижу. Где оно? Где оно? Оно что ли наверху где-то? Нет, оно просто дальше. Так, давайте с края, от края отойдем, потому что здесь я спрыгивать не собираюсь. Так, полетели вниз. Посмотрим, может быть, у дамы есть или что-то еще. Кострище вот где-то тут должно, по идее, быть. Вон я вижу там кого-то. Кто это? Удам. Вот там удамы, да? Так что нам сейчас придется туда как-то спускаться. Как-то аккуратненько туда спускаться. Надеюсь, что волк у меня сейчас не разобьется. Есть. Надеюсь, что с ним все будет в порядке, что он не совершит такой суицид, как тот волк. Но у меня есть такое ощущение, что все-таки в того волка стреляли из пращи, и тем самым его как раз и убили. Что-то здесь еще какая-то штука, да? Вот какие-то вот... Наскальная живопись. Я просто, как сказать, пытаюсь не пропустить ничего, потому что там могут быть какие-нибудь тайники или подсказка, что рядом где-то тайник. Разблокируйте крюк в меню изготовления, чтобы использовать. Но чтобы у меня был крюк, мне нужно спасти вот этого мужика. А это мне что даст? Прощу. Длинный лук, двойной лук. Кстати, она классная. Мне вот эта девушка классные вещи даст, разблокирует. И я внизу вижу кабана. Ну, кабан мне не шибко-то сдался. Не особо-то он мне издал. Как мне теперь туда попасть? Мне придется, знаете что, ребят? Мне придется вот так вот все обходить вокруг. Тем более при таком приближении как раз появляются иконки. Тут был бурый медведь. Прикольно, ладно. Пойду обходить вокруг все. Впереди слышу крики удам. Что там у них происходит? Они с медведем сражаются? Ну ладно, сейчас медведь их запорит. Я даже... Да, удамы сражаются с медведем, но он их сейчас... Он их уделает, я туда даже сейчас не буду туда соваться. Есть еще ольха. Отлично. Я почти на месте. Идем в правильном направлении. И мне, если не ошибаюсь, еще нужна шкурка дикой собаки, чтобы сделать улучшенный... Я здесь спущусь? Да спущусь, в принципе, я думаю. Чтобы сделать улучшенный мешок. Нормально. Спустились аккуратненько. Так, здесь я еще ни разу не был. Поэтому я даже вообще понятия не имею, что нас здесь может поджидать.
Надеюсь, что волк первым учует опасность и даст мне знать. Вообще, потом можно будет вернуться вот сюда, на этот сигнальный костер, потому что здесь рядом есть серые волки. И приручить еще одного волка себе. Здесь по карте у нас только козы. Никаких неизведанных территорий вроде нету, да? Да. Мы с вами почти около того лагеря Удам, который мы с вами разведали. Так что будем сейчас крайне аккуратны. Попытаемся их достать. Убейте всех врагов и разожгите сигнальный костер. Ну-ка, сова. Ну-ка. Так, сколько у нас там врагов? Раз, два, три. Больше не вижу. Вот они там, отлично. Отлично. Сейчас. Ну что, попробуем зажечь животный жир. Попробуем зажечь стрелу. И подождем вот этого удама прямо в... Не вышло. Ладно, подожди этого. Нормально. Отлично, все. Что это такое? Кострище каменной стражи. Местоположение обнаружено. Замечательно. На, мой мальчик, кушай. Я даже сам могу скушать, наверное, да? Потому что у меня выносливости мало. Давайте немножко поедим мясца. Соберемся с них. Хе-хе-хе. Че, ребятки, а? Не ждали? Точно не ждали. Ну-ка, стрелу подбери с них, а? Нет, не хочешь? Ну и нафиг. Так. Что мы? А, мы должны разжечь с вами это кострище. Как мы там это должны сделать? Как-то вот так вот. Зажигаем дубину и... Делаем вот так. Отлично, все, кострище еще одно с вами зажгли. Теперь у нас есть точка быстрого перемещения. Еще 400 очков опыта. Замечательно, численность виджа увеличена. Еще, ох ты, классно, 3 новых жителя в деревне. Сразу 3. Здесь у нас еще один тайник. Давайте посмотрим, может быть, что-то в нем будет интересное. Нет, ничего нового интересного нету. Здесь можно просто отдохнуть. И нам с вами еще довольно-таки далеко до нее. Но, кстати, можно будет потом уже в следующем выпуске сходить обязательно к нему, чтобы получить вот эти крюки, чтобы было легче перемещаться. Ну что у нас там? У нас пока что еще день. Вечером вроде еще даже не пахло. Ну что, можно... А, это поджечь стрелу. Блин, зачем я поджег стрелу? Потушим. Сделаем еще одну стрелу про запас. У нас теперь их 6. Что? Что впереди? Еще удамы? Вот знаете, вот когда я просто играл на обычной сложности, да, не хардкорной, вот я с совой даже практически, я помню, не пользовался, то есть у меня от нее толку никакого не было. Но вот сейчас я понимаю, что на этой сложности... Это мой белый волк, что ли, ломанулся? Нет, это другой белый волк. Секунду, или это тигр? Кто на них напал там? Я хочу его приручить. Так, берем приманку. Если не ошибаюсь, да, на средний. Вау! Тихо! Дичись! Это кто здесь? Иди ко мне! На! Кушай, ну давай, хорош. Тихо, подожди, давай сделаем приманку. Не могу, мяса не хватает. Нам нужно мясо. Давай тогда возвращаться, что же делать? Он съел приманку, да? Это белый тигр, походу. Давай отходим. Отходим в лагерь, потому что на самом деле темнеет, и мне нужно мясо. Он меня чуть только что не сожрал, гадина. Эта зараза меня чуть не сожрала. Где мне теперь мясо добыть, а? Зря я, наверное, ему отдал этот кусочек. Давайте ляжем поспать. И подождем до утра. Отлично, новый день. Нам с вами нужно добыть мясо. Вот здесь есть козы, а вот здесь пещерный лев. И по идее, так как мы с вами можем приручать кошачьих, мы с вами его должны суметь приручить. Где козы у нас? Левее. Козы левее, где-то здесь. Итак, что же делать, а? Что у нас тут есть? Еще дерево. Там у нас кто? А, это сланец. Это просто сланец, я понял. Давай соберем ольху.
Есть. Можем с вами сделать... Давай по максимуму сделаем стрелы. Сколько сейчас можем сделать? Отлично. Отлично. Соберем сланец, потому что вроде у меня его не так много. Главное сейчас не нарваться на каких-нибудь волков на самом деле. Или еще чего-нибудь. Но они где-то здесь рядом были. Что это такое там? Это коза. Это коза. Вот это мина... Нет, это была не коза. Это была не коза, это был кабан. Еще один. Зараза, почему я их не убиваю, а? Почему я их не убиваю? Но по идее они где-то там, убежав, должны были умереть. Они где-то совсем рядом. Должны были умереть. Я не вижу кровавых следов абсолютно. Ты слышишь их, мальчик, нет? Птичка. Интересно, как мне птиц убивать? Может, с помощью прощи? Где-то они здесь рядом должны быть. Смотри, что это впереди. Это у дамы. У дамы, в принципе, тоже подойдут. У дамы, в принципе, тоже подойдут. Да, повыше поднимемся, чтобы можно было прицелиться. Вон они, да? Раз. Убил. Вон еще один, да? Черт! Ну-ка, мальчик, давай, 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 давай. Нападай. У него ядовитая стрела. У него была ядовитая стрела. Вот ведь гад. Ну-ка, ну-ка, может у него мясо есть с собой? Нет, у этого не было. У этого. Деревянную стрелу забрали. И немножко мяса для себя. Где мы с вами? Где мы с вами? Мы с вами тусим вокруг вот этой области с козами. Парень, держись. Парень, держись. Сейчас мы с тебя... Мы сейчас найдем кого-нибудь. Сейчас мы кого-нибудь найдем. Сейчас мы кого-нибудь найдем и съедим. Что у нас там внизу? Кабан, да? А ты можешь его загрызть, а? Иди загрызи его нафиг. Давай, 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 мальчик, давай. Загоняй, гада. Все, молодец, отлично. Дай-ка мы стрелу заберем свою. Это тот самый кабан. Два кусочка мяса, держи один. Один тебе. Еще мясо нужно, еще мясо нужно. Странно какая, никого больше не вижу. Так, вот там на горе это похоже козы, да? Давай попытаемся подкрасться. И олень. Козы и олень около того дерева. Ты сможешь его забить, мальчик, а? Ну-ка, давай вперед. Давай, 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 давай. Все? Хорош. Впереди какое-то задание. Лечить тебя надо? Не надо. Давайте снимем шкуру с оленя. И под... Есть, еще три мяса. На, полечись тогда. А впереди было какое-то задание, как я понял. Так, есть, отлично, полечили. Вот там вот, прямо перед нами. Помощь Винджа, освобождение, убейте вторгшихся врагов и спасите Винджа. Все понял. Пещеры Шаю. А, рядом с нами могут быть волки. Соответственно, нам нужно сделать приманку с вами, хотя бы одну. И если получится, сейчас приманим с вами серого волка. Если мы с вами найдем его, мы с вами его попытаемся обязательно приманить. И нужно сейчас Винджа помочь. Да, шел спасать, точнее не спасать, а шел встретиться с той девушкой, но вот свернул сюда, потому что... Потому что там классный был белый тигр. Очень классный. Они где-то совсем рядом, где-то тут. Здесь еще олень рядом. И прямо перед нами, где-то вот здесь вот эта цель. Где-то это задание прямо здесь. Это Винджа? А, нет, с тобой просто нужно поговорить, и ты меня куда-то дальше отправишь, да? У дам хотят поесть свежего мяса Винджа, освободить всех пленников, если вас обнаружат, пленников убьют. Спасенные Винджи придут жить в вашу деревню, увеличат ее население. Так, награда 1 очко опыта. У дам напасть на охотников Винджа, хотят их съесть. У дам голодные. Ты убить их, пока они не съест наших братьев. Хорошо, 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 куда идти? Ты мне точку не дал? Сюда, что ли? Он мне не дал точку, куда идти? Ну, может быть, сюда? Тихо.
Да, походу здесь. Походу здесь. Тогда секунду. Тогда нужно аккуратно быть. Да подожди, подожди, подожди. Тогда сейчас попытаемся не шуметь. Да, другого варианта нету, значит явно здесь. Тихо. Вижу одного уда. Тихо, тихо, тихо. Вижу второго уда. Больше удам не вижу. Так. Этот ко мне спиной, этот ко мне тоже спиной. Вызовем сову. Винжи, винжи, удам, удам. Еще удам. Убираем сову. Тихо. И там еще винжи, да? Так, мальчик. Нужно что-то тут такое делать хитрое, чтобы они меня не заметили. Нужно бить в голову. Нужно бить в голову. Тихо. Есть. Есть. Тому. Ладно, мальчик. Мертвый, нормально. Иди того атакуй. Есть. Попаду? Попал, отлично. Оу. Тихо ты. Не бей пленников, урод. Уф. Не, я его не заметил. Я слышал его, но не заметил на самом деле. Я, честно говоря, не понял, где он находится. Обалдеть. Давайте освобождаем пленников. Все выжили. Все выжили, все хорошо. Так, сейчас с них соберем все. Вы все свободны, ребят. Я надеюсь, что мне не придется их куда-то везти. Или придется, я сейчас даже не знаю. Так, собираем все. С этого копье собрали. Стрелы-то есть наши? Где наши все стрелы-то? Эй? Чувак, где все мои стрелы? Давайте создадим тогда стрелы. Есть 6 стрел. И что, нам тут... Теперь их нужно туда сопроводить, да? Ну, пойдемте за мной, что ли? Идете? Они идут? Надеюсь, что идут. Сейчас отойдем, посмотрим. Я не вижу, чтобы они за мной шли. Эй! Ау, пошли, пошли. Пошли, 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 пошли за мной. Что-то они какие-то непонятные. Усилий здесь поотдыхать. Вы что, с ума сошли? Ладно, пойдемте сами туда. Может быть, они за нами последуют? Ой, я забыл, что в этой реке могут быть крокодилы. А, или нам просто здесь нужно поговорить. Винжи сопровождение. Винжи, нужна ваша помощь, чтобы добраться до священного места, где они поклоняются духам. Сопроводите их пункту назначения и защитите от опасности. Спасенный Винжи придут жить в вашу деревню и увеличит ее население. Секунду. А что с теми-то? А, очко навыка появилось. Это хорошо, кстати. Дальность отметки, это мне не интересно. Это потом. Ну, давайте примем. Помощь сопровождения. Лагерь у дам Святого Кольца. Наши друзья не молиться. Ты идти с ними, прогнать удам. Мне нужно идти... то есть... А, это задание выполнилось, что ли, да? Я так понимаю, что да. Я так понимаю, что выполнил. И теперь нам с вами куда-то туда. Доберитесь до группы Винджи и поговорите с ними. Ну, пойдем. Как странно, мне вроде не написало, что то задание выполнено. Они просто за мной никуда не пошли. Ну, будем считать, что мы все сделали. Будем считать, что мы все выполнили. Кроличьи холмы обнаружено. Мальчик, ты идешь за мной? Идешь, отлично. Привет. Гуарпати, пальху Винджа, вайдата. Сопроводите к месту назначения. Ну, а куда? Опять нету никаких указаний. То есть они сами сейчас пойдут, да? А я просто должен сопровождать их, как в прошлый раз, я понял. Я могу приласкать зверя, кстати, смотрите. Чё мой хороший. Ну что, пошли этих маленьких винджа спасем, защитим. А то их сейчас едят же нафиг, бегом. Где они? Вот они, одного потеряли, ребят. Пока я там гладил зверя, мне одного винджа убили. Но на самом деле я лоханулся и не в ту сторону побежал.
Отлично, свинья, мясо. Сейчас мы с вами можем тогда сделать еще одну приманку. Про запас есть. Ладно, пойдемте сопроводим троих. Ничего страшного. Нормально все. Вижу еще у дамы. Подожди. На! Ёпарасоте, медведь! Все, Винджи сейчас забьют всех, я думаю. Я думаю, что Винджи сейчас всех забьют. Что? Что творится? А, он убивает этого самого Удама. Поджигай. Стреляем в него. Ну же, поджигай. Что там с ним? Ну, я не знаю, что делать. Где он? Вот он. На нафиг. Тихо. Жир зверя больше нету. Добивай их. Там еще у дамы. На нафиг. Я не знаю, что происходит. Мы убили медведя, да? Нормально. Все хорошо. У нас даже еще два винджа остались живы. Обалдеть. У нас еще даже два винджа остались живы. То есть мы сейчас с вами можем сделать еще одну приманку. Ребят, давайте не срывайтесь никуда без меня. Стойте рядом. Так, все с них забираем. Забираем все с медведя. Так, отлично. Что у нас здесь? Копье. Копье не можем забрать, да? Еще целых два винджа живых осталось. Прикольно. И они куда-то чесанули опять. Вон они, вижу. Да отстаньте вы. Что вы творите? Это дурачки, а? Еще у дамы. Давай. Я вижу. Этого убили. Черт. На! Ну же, господи, что ж ты такой гад-то? Черт побери, надо лечиться. Нужно подлечиться. Он очень крепкий. Как мы в прошлый раз его забивали, я не помню. Быстро волка лечим. У нас остался один винджи живой. Фига себе. А чё так все сложно-то, а? Нет, я чувствую, что я это не справлюсь. Новые жители плюс один. А, мы справились? Помощь сопровождения хотя бы одного с одним справились, да? Ну ладно, фигня. Этого забили. Этого она сама забила сзади. Сзади винджа. Вот они. Где? Вон удам, да? На! Где-то в горах еще один удам. Вот, вижу. Съест его? Сам съест. Отлично. Вот это жесть, вот это трэш. Где он? Обыскать. Вот это получилось жестко. Ну ладно, мы хотя бы одного винджа спасли. И то, слава богу, потому что миссия была действительно очень жесткой. На нас еще и медведь напал. Фуф, мы с медведя себе насобрали и мясо, и животного жира. И, наверное, на этом давайте этот выпуск завершать. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Ты мой хороший. Ты справился. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. В следующем выпуске действительно пойдем уже к той девушке, которую мы хотели пойти в этом выпуске. А на этом все, друзья. Удачи, пока.